И вернемся к событиям в нашей стране. Председатель Мажилиса Нурлан Нигматуллин провел переговоры со своим китайским коллегой Ли Чжэньшу. Встреча в формате видеоконференции была инициирована китайской стороной. Спикеры обсудили перспективы казахстанско-китайского сотрудничества и оба поддержали активизацию межпарламентского диалога в целях реализации договоренностей глав двух государств. При этом Нурлан Нигматуллин подчеркнул историческую роль первого президента Нурсултана Назарбаева в достижении уровня всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем. А первый государственный визит Касым-Жомарта Токаева в КНР в сентябре 2019 года ознаменовал новую веху в двусторонних отношениях. Среди приоритетных направлений сотрудничества наших стран – цифровизация экономик, сопряжение программ «Один пояс, один путь» и «Нурлажол», здравоохранение, сельское хозяйство, электронная коммерция, искусственный интеллект и грузоперевозки. Ли Чжэньшу выразил уверенность, что Казахстан успешно выполнит все намеченные задачи и в скором будущем войдет в тридцатку самых развитых государств мира.